Всем привет! С вами канал Все про Android, и сегодня речь пойдет о приложении, которое поможет вам разобраться, что же хочет любое приложение из уже установленных на ваших смартфонах или планшетах, или же приложение, которое вы будете устанавливать на ваш смартфон от вашего смартфона. То есть какие разрешения требует любое из выбранных приложений. Я понимаю, что многие устанавливают приложения, скачанные из интернета. Не все качают приложения из Android Market. Да и в Android Market масса всевозможных приложений, которые напичканы ненужными разрешениями. Там отправка SMS, доступ к интернету. Не всем хочется, чтобы приложение, которому по сути своей не нужен интернет, пользовалось интернетом и какие-то данные отправляло на сервера разработчиков или на сервера Google. Так вот, данное приложение, которое называется Advanced Permission Manager, поможет вам разобраться с разрешениями уже установленных приложений или приложений, которые вы хотите установить на свой Android смартфон. Программка существует в двух версиях, бесплатная и платная. Я расскажу о бесплатной версии. На мой взгляд, бесплатная версия будет достаточна для установки на свой Android смартфон. На заглавной страничке, корявенький, конечно, перевод у данного приложения, но поиск приложений, первая подкладочка, вы можете искать приложения по разрешениям, которые предоставлены. Например, мы хотим найти приложение, которое имеет полный доступ к сети. Выбираете данную подкладочку и смотрите, какие приложения имеют полный доступ к вашей сети. Выбрав определенное приложение, сможете удалить разрешение. Вот проверка лицензии Google, проверка, просмотр сетевых соединений. Данное приложение уже установлено. Убираем просмотр сетевых соединений. Выбираем подкладочку, которая называется «Экономить и переустановить». И дожидаемся, пока приложение будет обработано, то есть данное разрешение будет удалено из этого приложения. Удаляем приложение. И теперь переустанавливаем данное приложение уже с удаленным разрешением. Скажу сразу, что на некоторых приложениях после удаления каких-то разрешений, возможно, приложение просто не запустится. Поэтому рекомендую вам делать бэкап. Вот видите, что у меня все четко прошло. То есть удалено разрешение на просмотр сетевых соединений. Зачем читалки, которые установлены на мой смартфон, просматривать мои сетевые соединения. Вот так вот я быстренько переустановил. То есть это первая подкладочка — поиск приложений по разрешениям. Вторая подкладочка — все приложения. Здесь вы можете, как и в предыдущей, выбрать приложение любое и посмотреть, какие разрешения требует данное приложение. Также в этой подкладочке вы сможете, выбрав вкладку «Экономить и переустановить», удалить какие-то разрешения из данного приложения. Здесь я не вижу, кроме полного доступа к сети. Удаляем. И переустанавливаем уже приложение с удаленным разрешением. Ну, то есть видите, что приложение работает, и разрешение, данное о доступе к сети, с него, из этого приложения, уже удалено. Сейчас я переверну смартфончик. Следующая подкладочка. Вот здесь поможет вам удалить определенные разрешения из APK файлов. То есть вы еще не устанавливали данное приложение, а хотите его установить. Вот APK файл, выбираете подпапку, в которую вы загрузили любое приложение, download, например, у меня под папочки. Выбираем приложение, вот у меня стоит приложение для создания GIF анимаций, GIF Me. И смотрим,
что же данное приложение будет хотеть от вашего смартфона. Вот полный доступ к сети. Зачем ему полный доступ к сети? Зачем проверка сетевых соединений, платежная система Google Play? Еще раз скажу, что можете выбрать подкладку «Экономить и устанавливать», если вы не находите каких-либо разрешений, которые бы вы не хотели предоставлять данному приложению, или если нет никаких дополнительных разрешений, которые бы вы хотели удалить, то выбирайте просто прямая установка. Ну вот управление вспышкой, я думаю, что для программы GIFME она нужна, снимать фото и видео нужна, а вот полный доступ к сети, просмотр сетевых соединений, платежная система, она нам не нужна. Поэтому мы выбираем удаление данных приложений и устанавливаем данную программку на свой смартфон. Думаю, что программка будет очень полезна. Я протестировал на нескольких приложениях и скажу, что приложение, вот, ну, при вас я выбирал приложение, все четко удаляет, и после просмотра уже приложений я убедился, что данные разрешения из приложения удалены, и приложение уже установлено на смартфон без данных разрешений. Ну, в первую очередь хотел бы акцентировать внимание на подкладочке «Отправлять СМС». Если вы скачали приложение из взломанное приложение из интернета, не из Android Market, то видите, что вам будет выведены все приложения, которые используют отправку СМС. То есть, если вы сомневаетесь, нужно ли этому приложению отправлять СМС, то, выбрав данное приложение, вы сможете удалить это разрешение из приложения. Вот такая вот программа, которая, на мой взгляд, будет очень полезна всем пользователям Android смартфонов. То есть, как вы видели, я установил 3 приложения с удаленными разрешениями. Все четко работает. Прелесть в том, что удаляет разрешения из приложений, которые же установлены, и разрешения из APK-файлов. То есть перед установкой возможно изъять какие-либо разрешения и установить приложение на свой смартфон. Ну, в версии Pro есть пересмотренные, то есть приложения, с которыми вы уже поработали. Единственный минус бесплатного приложения. Ну, как вы понимаете, что автору надо зарабатывать. Поэтому вот в Pro-версии есть еще подкладка «Пересмотренные», для того, чтобы вы могли контролировать, какие приложения вы уже пересмотрели. То есть список приложений, как правило, устанавливается много. Ну, вот дополнение такое для Pro-версии. И как дополнение к данной программке, вот такое вот приложение S-Podcat, которая поможет вам просмотреть все-таки приложения, которые имеют какие-либо разрешения. Вот приложения, не требующие никаких разрешений, минимальные разрешения приложения, которые требуют. Ну, это как дополнение для информации по разрешениям, по приложениям, которые требуют доступа к каким-либо функциям на вашем смартфоне. То есть, используя данное приложение, вы можете также ознакомиться с всевозможными разрешениями и посмотреть приложения, которые используют те или иные функции и доступ к другим приложениям на вашем смартфоне. То есть, как вы понимаете, что многие приложения взаимосвязаны между собой. Допустим, сервисы Google имеют доступ ко всем вашим контактам. И поэтому вот просмотреть именно какие приложения взаимосвязаны, можно посмотреть при помощи данной программки. Но чтобы не загрязнять свой смартфон, я думаю, что достаточно установить Advanced Permission Manager, и данная программа поможет вам контролировать APK-файлы и
пересмотреть, конечно, все установленные приложения на свой смартфон. Скажу сразу, что лучше не трогать системные приложения, которые имеют доступ и к контактам, там, к смс и ко всему другому. Но особое внимание уделить приложениям сторонним, которые вы устанавливаете, скачанные из интернета, потому что выкладывают взломанные приложения и напихают туда всевозможных разрешений, что может существенно снизить ваш баланс или предоставить злоумышленнику контроль за вашим смартфоном. Вот такое, на мой взгляд, приложение, которое просто необходимо иметь на своем Android смартфоне для того, чтобы не расстаться со своими деньгами или не расстаться с информацией, которая хранится на вашем Android смартфоне. Вот так вот коротко о приложении Advanced Permission Manager. Ссылочка на скачку данного приложения будет в описании видео. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!